Ребята, приветствую всех! Вы на канале Дарья Дроздова. Вот сегодня 5 июля. Сегодня у нас пасмурно, дождь. Я уже показывала в своем первом видео, какая у нас погода сегодня. Дождь не прекращается. Вокруг все заливает. И Геленджик. В общем, в этом видео я хочу показать, какое сегодня море. Уже ближе к вечеру. Вот. И еще хочу сказать об одной новости, что сегодня погибли люди в Анапе. Это все случилось. Ребенок 13 лет зашел в воду, и его затянуло тюгунами в море. Вслед ему кинулись на помощь мужчины, соответственно, они тоже погибли. Я искренне приношу соболезнования потерявшим родственникам этих людей. И хочу призвать всех отдыхающих, кто смотрит мой канал, всех, кто собирается приехать отдыхать на море, не купайтесь в штормовую погоду. Предупреждают все спасатели, все, значит, знаки, которые стоят на море, что в штормовую погоду купание запрещено. Это может плачевно, печально закончиться как и для вас, так и для ваших близких. Дорогие друзья, прислушайтесь, пожалуйста, и подумайте о своих близких. Не ходите купаться в море, когда там шторм. Вот. И давайте посмотрим, какое сейчас море.